сейчас будем дарить подарки. Пойдемте. Друзья, сегодня 28 апреля, и как вы все знаете, сегодня, именно сегодня, отмечается праздник вербной недели. Поэтому на встречу Лайкмобиля пришли только истинные ценители Шкоды и истинные любители автомобиля Шкода Рапид. Но тем не менее, все подарки розданы, и сейчас мы направляемся в небольшое путешествие по городу Запорожье.